отвлекают тут в связи с мусульманским праздником. Постоянно звонят. Баран, маран. Ну, в общем, не понимают. Ну, не первый, там в конце объявления писал, не продаю на мясо. Первые слова нам на мясо. Не знаю, как по этот колесо, по-моему, тоже не от него напишите. Этого щитка нету, но это как бы не особо так. Ну, вот я совокупность всех, то есть одна нету. Этот раскладывает механизм. Штопор как бы есть, но он что-то загнутый как-то его. Это трактором как бы мелочь, ну механизм подъема как бы работает, все есть. Кардана нету. Кардана нету. Самое главное, что здесь 21 шлиц. Вот этот вот кардан, он как бы проблемный. Ну, решаемо, но опять же, переходник там сейчас, наверное, 1003 стоит. И к самому, все мелочь, как бы, ну, по поршню смотрел, как бы, поршень то ли меняли, ну, в нормальном состоянии, единственное, сейчас не показал, что меня расстроило, это вот этот вот удар, вот видно в камере, наверное, должно быть видно, вот это, от чего это, или что-то он подобрал, пихнул, или... Поршень так выскочил. Я сомневаюсь, что так поршень выскочил. Ну, вот это вот, опять же, совокупность. Вот это вот, вроде мелочь, ножи, но поправим ролики. На поршне все нормально. Как будто этот поршень менявший. Здесь грабина. Ну, одна сломана, но у меня была одна сломана. Как бы ничего страшного, но все равно. Вот этот натяжник механизма самих грабин как бы тоже весь загнутый в бараний, грубо говоря. Здесь ничего не смазывалось, подшипники еще, наверное, все родные. Предохранительная муфта тоже самое, она, наверное, никогда не срабатывала. Ну вот сейчас грабины покажу. А, обломан. Ну вот грабина одна сломана, как бы вот сама пластина направляющая, вон болт откручен, эти вроде целые, но в конце тоже вон сорвано, ролики на подавателях вроде целые, здесь цепь, ну видать уже переставляли, были проблемы, кардан, не та часть валяется, все эти вязальные механизмы все в усмерть, они сломаны, нулевые. Нитка подачи как бы все нормально. Сама здесь отлично стоит, видать, нитку навязали, потому что она прорезана, тоже проблема с ними будет. Нижние вон видно, не видно будет, они керамические, но тоже следы есть, их надо будет поворачивать, а их проблемно повернуть, потому что они трескаются. Здесь уже стоит втулка железная. Подаватель этот, сам шнек с кипами стоит наверх, к хоботу что ли, ну хобот у меня есть. Здесь уже он смородина, наверное, зацветает. По механизму вязалки ничего не могу сказать. Попробую его весь облить, смазать и попробовать. Ну, вроде все целое, не лопнутое, ничего. Прочистить, вычистить его. Ну и попробовать. Да. Все основное здесь. Здесь вот одна игла вареная. Не знаю, как. Хозяин говорит, что он рабочий, что им работали и поставили. Здесь втулки. Сейчас попробую.
нет, все керамические, одна только. Механизм включения, ничего не могу сказать, но вроде бы целые. Тарелки, зубья все как новые. А вот саму вязалку не могу сказать. Ну, тарелки, вязалки, скажем так, в очень хорошем состоянии. Здесь а поршень, сейчас посмотрим. Ну, поршень, все ролики, все на месте. Его, как будто его меняли, он другой, новый нам стоит. И весь он такой побитый. Попробуйте его отмыть. Щитка здесь нет, но он как бы не особо играет роли. Но... Да, и двойное колесо там стоит. Уже кто-то переделал. Вон. Но почему-то пустые. Причем давно пустые. Попробуем накачать и облить его маслом. Так что как-то вот так. Не знаю, сейчас порешаем, что там по деньгам. 150 за него просили. Как, чего? Попробуем его запустить, наверное.